11 и 12 июля в несанкционированных митингах и шествиях в поддержку Фургала в Хабаровском крае приняли участие десятки тысяч человек. В понедельник в Амурске на центральной площади люди вновь собрались и устроили флешмоб в поддержку Фургала, несмотря на то, что ограничительные меры в Хабаровском крае продлены до 27 июля. Происходит рост заболеваемости коронавирусной инфекции. В крае на сегодняшний день зафиксировано максимальное количество заболевших за сутки – 121 человек. В понедельник 13 июля вице-премьер, полномоченный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прокомментировал последние события в Хабаровском крае, в том числе арест губернатора Сергея Фургала и последовавшие за этим митинги и шествия в поддержку главы региона. На вопрос, кого ждать, то Хабаровский край будет выбирать губернатора. Естественно, будет решение президента Российской Федерации. Если он примет решение об отстранении от должности, естественно, будет решение суда. Сказать честно, я уверен, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было 100% железного обоснования. Но еще раз говорю, принимать решение будет суд. Если судом будет принято и президентом Российской Федерации будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы. Хабаровский край уже продемонстрировал, что он может определять свою волю, определять, кого Хабаровский край хочет видеть губернатором. Я думаю, так и будет происходить. Во всяком случае, мы с уважением отнесемся к выбору жителей Хабаровского края.